Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня предлагаю вашему вниманию один из моих любимых рецептов из овощей. Приготовлю запеканку из цветной капусты. Это блюдо простое и готовится быстро, но это так вкусно! Если вдруг вы не пробовали это блюдо, обязательно приготовьте. Капусту разбираю на соцветия и отвариваю в подсоленной воде 3-4 минуты. Достаю из кипятка, в форму для запекания наливаю немного масла и раскладываю еще горячую капусту. И пока капуста остывает, готовлю заливку. В миску разбиваю яйца, добавляю сметану, майонез, черный перец и солю по вкусу. Я всегда добавляю майонез, мне кажется, так вкуснее. При желании майонез можно заменить на сметану, такое же количество. Теперь все перемешиваю. За время, пока готовили заливку, капуста остыла. Заливаю заливкой капусту сверху. Заранее натерла сыр на крупной терке и сверху запеканку присыпаю сыром. Затем поставлю капусту запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15-20 минут, до золотистой корочки. Вот такая запеканка получается, она очень вкусная, как в горячем, так и в холодном виде. Друзья, попробуйте приготовить такую запеканку, не пожалеете. Напишите в комментариях, как вы готовите цветную капусту. Спасибо за просмотр, буду рада видеть вас снова на канале. Желаю вам хорошего настроения и вкусных блюд на столе. До новых встреч!